Музыка Эльдара Бахрамоглу Мансурова проникает в душу и остается там навсегда. За заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана известный композитор награжден орденом Шохрет – «Слава». Распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев. В день своего 70-го дня рождения выдающийся азербайджанский композитор Эльдар Мансуров получил, возможно, один из лучших подарков. За заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана заслуженный деятель искусств и народный артист страны был удостоен и награжден орденом Шохрат по распоряжению президента Ильхама Алиева. Эльдар Мансуров родился 28 февраля 1952 года в Баку в семье известного тариста Бахрама Мансурова. Окончив класс фортепиано в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы, он продолжил учебу в Азербайджанской государственной консерватории по классу композиции. Эльдар Мансуров – автор более чем 2000 песен. Его авторству принадлежат многочисленные симфонические камерные произведения, а также известные рок-балеты «Клеопатра» и «Олимп» и рок-опера «Семь красавиц». Музыка, написанная Эльдаром Мансуровым, стала саундтреком нескольких азербайджанских кинофильмов, среди которых «Обручальное кольцо», «Бремя», «Приговор». Его известные произведения «Баят-Элар» «Вне времени». Не теряет оно популярности и сегодня. Одним из последних его крупных проектов является симфорок «Мугам» «Бахрамнаме», посвященная памяти отца Бахрама Мансурова. Партию на таре исполняет его брат Эльхан Мансуров.